Всем привет! Поменял сегодня газовый упор багажника на Таврии. Вот. Потому что старый практически не держал. Этот поставил фирму АТ. Сейчас покажу, как он работает. Багажник стал закрываться намного туже. Сейчас покажу, как открывает. Поменял всего один, потому что комментарии читал, пишут, ну, очень жесткие, если два сразу поменять. Сегодня похолодало, но он работает. Старенький еще, давление там есть, но уже не хватало силы подымать. Ляду поставим этот куда-нибудь на другую машину, он еще послужит. Так что не знаю, как кто ставил такую фирму, пишитесь. Все, пока.